Такого не было в Балаклаве уже 30 лет. От берега судоходного канала отшвартовался корабль с гордым названием «Единый». Этот теплоход был построен на Балаковском судостроительном заводе. Наша замечательная мечта после стольких лет построить с нуля новый теплоход и отправить его в первый рейс сегодня исполнится. И я вас всех, каждого здесь присутствующих, благодарю за это чудо и за это счастье. Впервые корпус «Единого» уже спускали на воду в присутствии губернатора Валерия Радаева в ноябре 2014 года. После этого теплоход оснастили, установили на нем необходимое оборудование. Кроме этого, были проведены ходовые испытания. Сегодня для всех вас, для всех нас знаменательный день. В свою жизнь уходит новый теплоход, который был рожден на территории города Балаклава, был рожден людьми, которые задумали этот проект и осуществили его. Директор Балаковского судостроительного завода провел небольшую экскурсию по судну. Рассказал, что оно получилось универсальным. Может перевозить как опасные навалочные грузы, так и контейнеры. Класс теплохода – река-море. И это позволяет работать ему и на внутренних водных путях Российской Федерации, и в международных водах. Скорость, которую может развивать корабль – 10 узлов или чуть больше 18 км в час. Экипаж судна состоит из 14 человек. Вот когда мы спускали на воду, у многих было такое ощущение, что это первый и последний проект. Как мы сегодня видим, это не так. Сегодня этот завод, так скажем, набирает силу, приобретает второе дыхание. И уже сейчас на Балаковском заводе вовсю идет строительство второго теплохода такого же проекта. Он будет носить название «Могучий» и ориентировочно будет сдан в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Также в декабре 2016 года Балаковский завод начал строительство двух плавучих насосных станций, заказчиком которых выступило Министерство сельского хозяйства Волгоградской области. В октябре этого года планируется закончить монтаж оборудования, провести ходовые испытания и передать заказчику.